А у детей поселка Мостовая появилась возможность научиться постоять за себя. Тренер по самбо проводит уроки самообороны. Спортивный опыт там не обязателен. Самое главное – желание и время. Марина Тимофеева продолжит. Вот он меня схватил. Вот я разворачиваюсь. Смотрите, разворачиваюсь. И бросок. Броски, захваты и болевые приемы. Арсенал самообороны впечатляет, а безупречная техника не оставит в беззащитном состоянии. Самооборона – это значит, что это значит? Защитить себя, вот, своих близких друзей там, и так далее. Вот. Сюда включаются приемы. Какие приемы? Приемы, значит, от ударов, от различных ударов, вот, значит. Вот. И в комплексе с приемами самбо, джиу-джитсу. Кандидат в мастера спорта по самбо 4 раза в неделю учит ребят с поселка Мостовая защищаться. И главное, все бесплатно. Саше Рожкову всего 10 лет. Раньше ничем подобным не занимался, поэтому с интересом идет на каждую тренировку. Я уже умею делать приемы. С ноги и с кулака и валить. Занимаются парни всего несколько месяцев. Группа только набирается, но в зале можно познать не только искусство самообороны. Тренажерный зал у нас работает 4 дня в неделю. А в самообороне как раз то, что вот эти уроки, тоже проходит 4 раза в неделю. 3 раза в неделю у нас идет здесь как раз непосредственно йога занимается. Спортивный клуб «Мостовой» грезит надеждой на расширение. Пока помещение маленькое, а вот идей много. Сейчас в планах найти тренера по самообороне еще и для девушек. Марина Тимофеева, Дамир Губеев. Вести. Ульяновск.